Ну, під час закриття Сімферопольського аеропорту на Кримському мосту, інша назва цієї нелегальної переправи у територіальних водах України – Керченський міст. Там, ось на цьому мосту, зафіксований рекордний трафік. 15 серпня ним проїхало 38 тисяч, фактично 300 автівок. Це на 903 автівки більше рекорду серпня 2020 року. Про це повідомив Кримський канал. Ну і це, що окупанти не почали курити біля самої переправи. Так що, в принципі, є ще час і на новий рекорд, і на те, аби не потрапити до ось цієї сумної статистики. Ну і так, знаєте, до чого може призвести подібна історія, яка має розвиватися із хлопками на території окупованого півострова тимчасово, так? Говоримо далі, з нами на зв'язку Марк Фегін, російський політичний громадський діяч, юрист. Марк, вітаємо вас в ефірі телеканалу «Київ». Рад привітати. Марку, запитання про ці вибухи в Криму. Так, багато хто каже, що в принципі має бути якийсь там переломний момент. Багато хто це пов'язує з деокупацією так, ось, частини Харківської, перепрошую, і Херсонської області, відповідно. А якщо говорити про цей переломний момент, Марк Захарович, а як ми ось цей момент нащупуємо? От як його прощупать? Як його промацати? Що буде говорити про те, що таки да, посипався режимчик-то, посипався? Не, ну, тут, понимаете, это вопрос оценки, потому что есть ли здесь что-то новое, чего прежде не было? Точно есть, потому что с такой дальностью до целей не доставало украинское ВСУ. Ну, то есть мы так не можем сказать, а когда такое было, вот, например, в Новофедоровке, это 200 километров от Одессы. Откуда, видимо, был произведен выстрел, как мы предполагаем, я не знаю этого. Ну, мы не знаем, так. Но Нью-Йорк Таймс пишет, что там возле Джанкоя, там элитный подраздел украинских специальных групп, которые работают в тылу. Но, снова же таки, мы не знаем. Мы не знаем, ну хорошо. Но если мы предположим, этого все-таки не было. Мы же не видели с начала войны, с 24 февраля, подобного рода таких масштабных ударов по территории Крыма. Это первое. Значит, что-то здесь явно изменилось. Что? Ну, скоро станет понятно. Это либо новые виды вооружения, либо какие-то новые возможности, которые появились у вооруженных сил Украины. Второе. Вы помните, постоянно они грозили, что если по территории России произойдет какой-то удар, произведен будет или что-то подобное, то, как сказал Медведев, судный день. Судный день. Да, он сказал про это. Да, он сказал, ну и на разные лады, и другие это повторяли. Другие тоже это повторяли. Просто, ну, Медведев, он сумасшедший, поэтому он заметнее других всегда, знаете. В группе всегда выделяется человек с приветом. Ну, у него сейчас, я так разумею, кризис жанра. Очень, ну, да. Глубокий алкогольный кризис жанра. Нет, так а что же, ну, мы ждем, что ты скажет он или что. А отреагировал Шойгу, вы знаете, что он сегодня сказал о том, что нет-нет, на вот эта армия 22, да, на форуме. Так. Применять ядерное оружие в отношении Украины мы не собираемся. Причем это уже не первое, я повторяю, заявление. Там и Путин по этому поводу говорил, там много кто еще. То есть это говорит о том, что, в общем, никакого ответа такого рода не будет. Под предлогом того, что именно Украина безъядерная держава. Поэтому применение к ней тактического ядерного оружия, например, недопустимо. Это запрещает, вообще говоря, не только конвенция о нераспространении, но и вообще статус члена, постоянного члена Совета Безопасности ООН, который, в общем, не допускает подобного рода агрессию с использованием ядерного оружия. Значит, будет все, видимо, в виде ответа то же самое. Но это новое. Если раньше они могли позволить себе угрожать, то сейчас уже даже и как бы речь об этом не идет. Что вы там смотрите, если вы по территории России ударите, то мы вот ответим всеми видами оружия. Марк, а хочу сейчас запитати, якщо там користуватися такими дефініціями, як ІПСО, інформаційно-психологічна операція, то ось ці хлопки та, на території окупованого тимчасового Криму, яке вони мають ось таке смислове та інформаційно-психологічне навантаження? Та, ось, зрозуміло, не тільки на тих людей, які тікають нині з Криму, розуміючи, що не дай Боже і прилетить. Ну, а в цілому, да, от, на плебс, на піпл, який от, як це хавить? Ну, вот смотрите, это как раз связано с третьим тезисом, который заключается в том, что нечем защищать этот полуостров-то. Они же говорили, у нас ПВОш, мы ВВО. Да. А раз нету, значит, и территории России, ну, как минимум, приграничные районы с Украиной, они же тоже не защищены. Ну, конечно, в этой ситуации любой маломальский разумный человек, даже недоразвитый школьник, поймет, что, ну, собственно говоря, никто не защищен.
что все это сказки про какие-то там невероятные виды вооружений, какие-то вундервафли, что они там гордятся. Вы не можете от простых ударов ракет защитить? Вы не можете от диверсии защитить? Так чем вы гордитесь? У вас не только второй армии мира нет, у вас и нету тех нахваленных вами же аналогов, нет средств безопасности, которые обеспечивают систему ПВО, в конце концов, там, не знаю, спецслужбы, которые не допускают диверсии, так, ничего этого нет, все это неэффективно работает. Все повязано совершенно на другое, да, все разворовано по части ВПК, по части спецслужб, они только деньгами занимаются. И, встречаясь с реальными проблемами, они оказываются, в общем, не так эффективны, если мы предположим, что речь идет о диверсии. Я думаю, что это накапливание идет. Ощущение того, что на самом деле ввязались в авантюру, которая еще неизвестно, чем обернется. Потому что, ну уж как минимум для Крыма, она может обернуться военными действиями и деоккупацией. То есть приходом туда вооруженных сил Украины. Мы не знаем, когда это произойдет, мы не знаем, как это произойдет. Но если это произойдет, это будет явно не детский утренник, понимаете? То есть будут полноценные боевые действия на территории Крыма. Потому что если удастся деоккупировать правый берег Днепра, то там, где правый, там и левый. А там уже и перешейк, понимаете? Ну, я не знаю. По мне, так какая-то часть населения обязательно над этим задумается. Ну, уж как минимум те, кто приедут из Крыма, вот эти 30 с лишним тысяч перешедших сегодня, проехавших по машин, поэтому... Значит, да. Они же расскажут, они же вернутся. Же... Да, Марк, это будут крутейшие новины, не что, что им будет Соловьев там с Киселевым, с Кобеевым вливать в уши, абсолютно. Они будут вливать, но есть пределы этого вливания по части, касающейся самих себя. Они готовы слушать и доверять всему, что касается других. Да, там, нацистов, украинцев, там, Запада, гейроп и так далее. А когда, извините, сам можешь под такой вот выбух попасть... Когда тебя самого могут там накрыть где-нибудь в районе Джанкоя. Как же, они же на пляже приехали, а там такое, да? Ну, ну да. То есть это уже, это про себя ведь, про любимого. Это не про кого-то там вокруг, а это же, оказывается, безопасности нет у тебя лично, что ты можешь умереть. Вот с этим как-то народ тяжелее как-то смиряется, понимаете? Они все время, им нравится убивать других. А когда речь заходит, что небезопасно вы себя ведете, и это рискованно очень, но тут начинается другая логика. А я такое наблюдал не раз. Ну как, это мы, что ли, должны погибать? Ну а кто, а дядя, что ли? Кто будет погибать, если война идет? А вот Марко, так, а тут питання. Тобто, якщо ми беремо ось такий рівень російських громадян, добренько, а схожі думки, вони приходять оточенню Путіна? Ну ось на тепер. Бо ми ж бачимо, що це, ну, це розвиток. Це ж не відразу та прийшло якесь таке усвідомлення, що ой, біда-біда, куди ж то ми вв'язалися? Та, воно поступово приходить. Так от думки, які нині там охоплюють. Ну, видите как, уже разговоры идут, но Mirror это таблоид, они могли и соврать, недорого взять. Вот британские, если вы видели, написали, что кто-то из окружения заверещал, закричал, что... Так. Ну, пусть это не так, пусть это неправда. Окей, ладно, это неправда. Они там преувеличили, выдумали, слили какую-то недостоверную информацию, окей. Но давайте так рассуждать. 6 месяцев идет война, скоро уже 6 месяцев, потому что 24 августа будет полгода, как идет война, которую обещали закончить за 3 дня. Ну хорошо, за неделю, ее не закончить. А дальше что? Вот для окружения важно, а что будет дальше? Вот вы можете сказать? Они же не могут там меж себя говорить, все идет по плану. Ну как нахрен по плану? Вы сколько собираетесь еще воевать? Год, два, 10? То есть вот эта неясность, бесперспективность, в общем, определенная. Потому что воюют-то они не просто с Украиной, они воюют со всем миром, 50 стран-союзников. Вот это может порождать... дичайшую неуверенность в окружении, конечно. А потом, ведь они же не просто сидят на курорте, там покуривают, отдыхают. У них санкции, у них деньги отнимают, конфисковывают имущество. И чем дальше это идет, уже до виз дошли. Визы, понимаете? Ехать к своей собственности они скоро не смогут. ВНЖ будут отменять. То есть все, до свидания. Поэтому это их нервирует. Они родились для воровства, а не для убийства, понимаете? Вот важный тезис. Они и живут с ним, что мы воры, мы не убийцы. Это может у Путина на старости лет какой-то возник бзик. А они-то, зачем им это все? Что они с этого получают? Марко, ну а ця історія з закриттям кордонів, так? Вона там по-різному оцінюється різними країнами Європейського Союзу, зокрема, країни Балтії, так, йдуть попереду всіх в цій історії, як ми розуміємо. І президент в цьому інтерв'ю Washington Post, яке ми також ще піднімемо протягом всього етеру на загал, так, казав про те, що, в принципі, він вважає ось це закриття і обмеження так, доступу візового до країн європейської зони однією з найважливіших санкцій. Ну а чи так це насправді? Бо він переконує,
переконує, що якщо ви відбираєте чужу територію, то відповідно доступу до інших територій вам зась, і сидіть собі за цією залізною завісою, допоки ви не зміните свою філософію. Ну, логіка ж здесь є. Логика есть. А потом, я же вот спорю со своими как бы коллегами-соотечественниками, которые против Путина и против войны, их тезис, он все время заваливается вот в это самое, а как это вы хотите посредством этой меры бороться с Путиным? Но ведь это уже проехали, понимаете? Никто уже больше не собирается рассчитывать на вас, российскую оппозицию, гражданское общество, еще кого-то там, и даже просто обывателей в расчете на то, что вы вдруг ни с того ни с сего начнете бороться с Путиным. И содействие вам в получении виз этому поспособствует. Больше никто, я это вижу, на Западе я это вижу, что никто не рассчитывает больше ни на какую там оппозицию, ни на каких инсургентов внутри России, что они свергнут Путина. Они понимают, что режим закостенел, огрубел. Война его только укрепила с точки зрения его готовности. Может, там недовольные и есть. Но он же готов пиф-паф. Если убил 50 или 100 тысяч человек, что тебе еще убить внутри страны еще 100 тысяч? То есть, с этой точки зрения, скорее, Запад огораживается. Кто его упрекнет? Ну, может, тоже мне это не нравится. Но вопрос же в другом. Запад руководствует своими интересами, как и Украина. Закрыться, защититься и не тратить силы и время на фильтрацию. Кто хороший, кто плохой. Что сортировать, когда можно закрыть всех? Это выглядит цинично кому-то. Это выглядит жестко. Но война, она к таким решениям побуждает. А что с этим делать тогда? Как остановить войну? Поэтому я-то как раз считаю, что... Скорее всего, постепенно это будет сделано, потому что, смотрите, даже Франция и Германия вроде как выступают мейнстримными странами, которые против ограничений, против прекращения выдачи шенгенских виз. Но проблема-то заключается в другом. Германия и Франция – это все-таки страны Западной Европы. Да? Туда еще поди доедь. Нету сообщений с Москвой, нет самолетов стоя. А весь удар пришелся на страны Балтии, на Финляндию, через которые едет весь этот поток. И неизвестно, с какими последствиями для этих стран. Они говорят, мы не готовы этот поток через себя пропускать. У нас ни денег, ни возможностей. Почему мы должны весь турпоток, и еще непонятно, тур ли это поток, деловой поток, инфильтрированная ли среда едет, КГБшники, чиновники, откуда они знают, кто это едет? Мы не можем, понимаете, они летят-то к вам, а едут-то через нас. И нам от этого не сладенько. И поэтому, с этой точки зрения, это очень рациональное решение. Я думаю, что оно постепенно будет вводиться. Я думаю, сейчас начнут ограничивать какие-то категории. Чиновники, потом такие, потом сякие, дойдут в конечном итоге, если война не прекратится, до обычных обывателей. Так что им лучше приготовиться, лучше сознательно себя подготовить к тому, что это произойдет. Нежели уповать на то, что мы сейчас уговорим Запад, вы не отменяйте визу. У меня тоже родственники остались в России. Им тоже будет тяжело выехать. Но я понимаю, я отдаю себе отчет, что по-другому с эту войну не остановишь. Вообще не справишься с этим совсем. И разговоры о том, что значит, это не поспособствует смене режиму какому-то чему-то, сейчас вообще ничего не поспособствует. А тут про зміну режиму, Марку, вже, ну я бачу такі паростки певні, а зрозуміло, що телеграм-канали можна не брати там до уваги, так, бо там так чи інакше зацікавлені особи такі ідеї формують. Я про що? А здається, The Guardian і The Observer, да, от там була така стаття одного із авторів, так, і там фактично от ставиться питання, що в принципі Заходу треба вже розглядати варіант, аби просто Путіна від влади відсторонити. Да? Бо ці 6 місяців вони вказали на те, що вже потрібно цим займатися. Не допомагати Україні так, аби вона протрималася весь цей час та й виснажувала Російську Федерацію, а вже вирішити для себе, що варто допомагати так, аби Україна перемогла, а не відбивалася. То ось... Це ідея. Я думаю, що в каких-то там... секретных кабинетах, на совещаниях такие вопросы прорабатываются. Я не думаю, что там нет вариантов в случае чего, в случае начала термоядерной войны или с целью ее предотвращения, если ему взбредет в голову ударить мегатонными бомбами по Европе и Америке. Ну, наверное, такие варианты есть. Я не думаю, что планов таких совсем нет. Но, наверное, это очень сложно. Наверное, как-то нету хорошего варианта, понимаете? Поэтому Бог знает, что это надо делать. Нужно финансировать и давать оружие партизанскому движению в России. А где оно там, это партизанское движение? Где инсургенты, где подполье? Такое, которое бы действительно могло бы сильно повлиять на внутреннюю ситуацию. Мы его не видим. Поэтому прорабатывать-то это можно. Но я думаю, что это процесс не быстрый, очень не быстрый. Но лучше это начать делать, потому что в противном случае, ну что, все будет продолжаться, как продолжается. А если Путин действительно... Учитывая казарменное положение нынешней России, Россия это почти как концлагерь, да? Это будет продолжаться и год, и два, и три, и пять, и десять. Ну и что? Кто к этому готов в принципе?
Ни рынки, ни Европа, ни Америка, ни сама Украина. Никто к этому не готов. Потери, жертвы и так далее. Поэтому я думаю, что, наверное, нужно еще чуть подождать, когда это уже станет остро актуальным. Ну, Марк, тут питання в прогнозах. Трішки чекати, трішки це скільки, та? 2-3 недельки, как говорится, чи... Нет, я думаю, что когда найдется человек, который сможет из окружения Путина осуществить эту вещь. А таки реально є там, Марко? Тут же питання в тому, чи є там. Бо ми ж дивились, питання, так, ось, найближче нині до нього стоять, фактично, ті функціонери, ті ектори, які були з ним, та, трошки обіцяні на цій зустрічі в Совбезі, чи там інші люди мають до нього доступ, яких ми не бачимо, не знаємо, але вони реально на нього впливають? Ну, давайте я так отвечу. Вот смотрите, вроде бы все понятно, кто рядом находится. Ну, так. Но ведь оказывается, за счет того, что есть убегшие типа Чубайса, значит, есть и такие, которые, в общем, не отказывают себе в удовольствии, значит, все-таки каким-то образом повлиять на ситуацию. Значит, такие тоже есть, понимаете? Чубайс мог не уехать, а остаться в этом окружении, ну, более дальнем. Может быть, есть еще такие же, понимаете? Вот о чем речь. Угу, ну, направду. Марко, дякую за розмову. Спасибі, що долучилися до ЕТР телеканалу «Київ». Марк Фейгін, російський політичний громадський діяч, також юрист, був з нами на зв'язку.